Я пожила в городе Лос-Анджелес, и, в общем-то, мне он нравится тем, что этот город генерирует все идеи и в моде, и в музыке. Это было интересно. Он совершенно противоречивый, так же, как и все большие мегаполисы. Можно встретить грязь, хаос, безобразие, криминал, и тут же какие-то выставки просто самые-самые прогрессивные, самые лучшие продюсеры. Там я записывала просто пластинку, и там же обучалась йоге и прожила некоторый период, но дико соскучилась по Москве и вернулась сюда. И когда я вернулась, мне показалось наше еда неимоверно вкусной. Я испытала глубочайшую радость от того, что я могу выразить любую мысль на своем родном языке. Мне стало так легко, и я поняла, что я больше никуда не хочу уезжать. Во всяком случае, менять место жительства. Нет, нет, нет.